Не везет мне с тобой. Попасть не пока не... Ни не по кому попасть не могу. А ты говоришь, в уикенде я ставил быструю игру, по сути. Иначе нам не повезло. Иначе тут виноваты не мы. Так сложились обстоятельства. Я не могу... О, второй наушник включился. Санёк? Санёк, тряты твоих игроков. Давай. Чё, все, не веришь? Мы не выживем. Верю, конечно, верю. Она просто как бы намекает, типа, вы куда лезете? Вы отряд из двух игроков, будете против отрядов. Еще в Санёк где? В основном везде зарубы. Да. Это нам намеки такие дают. Ну ничего, мы мощные пацанчики. Она нас предупреждала, такая, типа, ну ладно, чё, сами попросили. Потом меня не вините. Ну чё? Ты готов? Да, готов, буткем. Everybody. Да ну нахуй, давай сразу в лобби. Да нет, подожди, мы попробуем. Все поднимаем. Сейчас поднимаю голову вверх. Ебану. Там 45 пораж. Да, плохо дело. Берем, да, короче, я падаю в крайний ангар, который слева 20. А ко мне уже упал чел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, по мне уже дают. Все. Конец. Упал. Ай! Положили меня. Я одного вырубил. Убил, точнее. Один меня с центра положил. Он далеко от тебя? Не знаю. Не вижу. Бля, в спину! На холме за деревом. Вон за деревом. Выше, вправо. Правее, правее, правее. За деревом наверху. Что за мышь? Так ты что? А игра нас предупреждала. Only Bootcamp. Я дал минус 2. Ну это ты. Дал. А я дал 0. Только... Дал только дать чуваку себе в очко. Причем двоим. Сразу. Почти. Дал чуваку себе в очко. Дал... Дал чуваку себе в очко. Я сказал, дал чуваку дать мне в очко себе. Позволил чуваку, короче, отымить меня. То есть сначала это, я от первого-то еще не отошел, я уже второй начал долбить. Встал. Это ГГ. Это надо вырезать. Это надо вырезать. Обязательно. Не-не-не. Да ладно, не успел. Вот в этот ангар падай, вот именно бы тут. Хотя я там по двум пробежал, ничего найти не мог. Твой ангар, который ты в прошлый раз падал, и все. Еще никого не вижу, конечно, раньше не упали. На центр упали. Куча просто. Человек 60, наверное. 65. О, я так понял, они уже перестреляли. Понеслась. Да упади ты. Вот это заруба. Он с калаша зажимает лучше, чем я с этой КБЗ. А, буткем третья... По третьему... Куда... Смотри, куда мне метку поставила. И так, по идее, не вижу. Где она? Она за картой где-то. Да. Она сразу... Это намек, поняла? Это намек. Да. Сюда не летите. Это что, дебилы криворуки, он сразу в лобби. Да. Уже 99 живых, уже кто-то умер. Сдался кто-то. Это из-за нас, дебилов. Мы же вдвоем, а там ребята пати играют. А может, все такие киберспортсмены? О, как там уже внизу падают. Ну почему ты не залезла на ангар, наверное? Нас сейчас страх. Что-то там еще.
Вижу двух говнарей в ангаре, в котором мы с вами были. Ой, у меня тут чел. Я побежал. Сигася, там чел. Уходи. В натуре? Да. Убежал? Нет, не убежал. Я понял. Хожу. Я не хотел. Давай шлем третьего дам. Сзади. Ай-яй-яй-яй. Надо бежать отсюда. Бежит ко мне, слышь? Убегай. Просто беги куда-нибудь. О, к тебе. Бежит. У него было больше хп, чем у меня. Ты за канал дохнуть и не брать оружие. Тяж. Так у меня не было оружия, в ангаре вообще ничего нет. Я только же этот нашел. Шлем там. Убирает этот отряд из двух человек. О, ребята флексят. Пацаны, здорово. Поехали. Э, о, понеслась. Вот тут ты чё, слышь? Иди сюда. Наш круг друзей. Вон еще подошли вот эти двое со мной. Вот это вырезать нельзя. Чувствуешься, чел, татуй быстрее. О! Нормально. Они сейчас нас выебут. Да. Нет, они нас узнают, скажут, о, это наши пацанчики, их нельзя убивать. Просто пробегут мимо. Или встанут рядом с нами танцевать начнут. А потом они резко закончат. На, убью тебя. Поэтому надо закончить раньше. Да. Или даже не начинать. Ёпама. Ну, шанс есть. 0,01% шанса есть. Тут опять двое уже. Да ничего себе! Он бежит. Справа. Тут, да, где-то тут. За забором? Они тупо все за тобой идут. Ой-ой-ой-ой-ой. За забором был. А-а-а! Да там другие справа стреляли. Ну как ты дохнешь? Как? Да обычно, я только выбежал, у меня уже убил. Чё там писюкаешь, опять стоишь? Да вот. На жопу смотрит, чел, смотри. Да, все, ушел. Не сюда, не совесть. Метку с буткемпа убери. Ладно, погнали. Сейчас, если собьюсь, ты громко не кричи, окей? Да, потянем. Да все, мы сдохли опять. Короче, забираем, что найдем и уходим. Опа. Ко мне хотел парень перебежать. Да как? Ну почему? Ты что, Игорёша? Игорь, ты видел, как ты стрелял, Игорь? Как ты стрелял? Я не знаю. Я просто... Как же с такой игрой повышение, а? Я просто панику наводил. А, да, слышь, чё? Это... Слышь, чё говорю? Крюк там. Чё? Чё ты хотел? Костюм можно купить вон по 365 серебряные монеты. 365? Да. Где?
Зайди в серебряную, мой этот магазин серебряная пуля. Серебряная пуля? Ага. А, так у меня есть. У меня 4 косаря. Это какая буковка? И. Не надо L, короче, типа лох. Подтвердить. Так. Кипарик. Надо кепу, короче, или штаны с буквой О. И кроссы с буквой Х. Чтоб все видели, кто бежит. А может, кофту с буквой Х. И штаны с буквой У. Про кроссы я уже понял, да? Пануться, рада. Я, блядь, даже посчитать не могу. Они просто падают и раскрываются, слышишь? Я вижу. Мы опять сдохнем, Костя. Я предлагаю просто сваливать отсюда. Блядь, там уже залетели. Нам пизда, нам пизда, нам пизда, нам пизда, нам пизда. Я даже бежать не знаю куда. Бежим отсюда! Я уже. Я понимаю, что мы, конечно, киберспортсмены. Не, ну с таким, мы просто связываться не хотим сейчас. Что-то по нам уже портануло сейчас, мне кажется. Я за тачкой, короче, окей? Тут дверь открыта. Или да? Их нету. Чел. Чел. Около меня прям. У меня только армор. У меня тоже ничего нет. Он прям передо мной. Есть что-нибудь? Только не сдохни. Бегай. Я ему надавал, чего он не сдох еще? Где он? Вырубил. Мне хп мало. Рубани его. Здесь Спарта. Мне нужны аптеки. Кто едет? Передо мной прям вылез. Все плохо. Не беги ко мне, только не беги ко мне. Уйди. Ой, ладно, окей. С дробовика вдаль. У меня 2 патрона осталось. Не лезь, не лезь под него. Хорош. Убил? И все. Да. Еще двое, прям передо мной. Плохо. Я не готов. Они подошли в здание. Одного на окно. Второй уже внутри. Вот этого дома. Все, понял. Он в окне. Ага. Что забил? Я ему дал тому. Он сзади. Я знаю то, что он сзади. Он за дверью сидел, я его не увидел. Ну а я-то на что-то был. Ты меня как... Ты меня как приманку, да? Да. Как тебе, вот тебе не стыдно? Как приманку меня отправил в дом. Чтобы понять, где чел мне... сидит. Мне норм. Они напротив нас. Дура. О, слышь, можно залезть. Бля, можно вот туда залезть? Иди нахуй. О, я знаю, как на крышу дома на это попасть. Все, давай. Она, видишь, она не лезет туда. Чё? Она никак. А, ты прям туда уже забрался? Я сюда-то попасть не могу. Она никак не лезет. Да и то он палевым, там все видно. Ты где залазил-то? А, во. Нет, она вот сюда. Она не лезет туда. Ага. Никак вообще. Сюда залезли, естественно, бякать перестали сразу. Да. Вот видишь, вот херню просто дали, уже 10 живых. Блядь. Я говорю, чем больше,
просто херней страдаешь, тем дольше шипишь. О, передо мной за камнем, за камнем. Вижу. Вижу. За камня. А, у меня же СЛР-ка есть, пойду за ним. А ты чё? Одного вырубил, второй за деревом слева, давай. Блять, он меня вырубил. Он идет к нему. Перед тобой прям. Блять, по мне другие дали. Все, у меня в глазах темнеет. Ну ты чего? Я стрелял. Я вырубил одного. И тому на шот. Альтер 4. Пошел похавай. Посмотрю, что они будут учить. Час 23. Полтора часа. А толку? Только за щеку вот так вот. Thank you.